Портал dota2vo.ru приветствует вас. С вами Фенаргот, и я хотел бы представить вам для скачивания первый пак русской озвучки Dota 2. За последний месяц мы решили отделиться от существующих порталов Dota 2 и открыть собственный. Кроме русской озвучки, мы также публикуем свежие новости, имеем самую точную библиотеку по Dota 2 и всех русскоязычных порталов, а также под нашим крылом работают модмейкеры, занимающиеся различными модификациями для Dota 2. Но об этом вы узнаете в отдельном видео. Вашему вниманию мы хотим предоставить 6 озвученных героев. Мясника, Лича, Повелителя зверей, Демона теней, Снайпера и Пророка природы. Все они доступны для скачивания по ссылке, указанной в информации видеоролика, или непосредственно на сайте dota2vo.ru. Хотим вам напомнить, что это тестовый вариант, и он выложен с целью нахождения ошибок или неточностей, поэтому мы с радостью прочтем и выслушаем ваши комментарии. В ближайшее время мы будем добавлять все больше и больше героев на YouTube в виде видеопрезентаций, а после собирать их вместе и выпускать паки озвучки. Наш новый сайт дал нам новых людей, и на данный момент у нас все больше и больше героев на стадии озвучки. Но нам по сей день требуются новые люди, чтобы мы смогли охватить весь спектр героев. Поэтому, если вы уверены, что готовы потратить немного времени на озвучку Dota 2, и что ваш голос подходит под одного из героев, то мы будем рады видеть вас в нашем составе. О подробностях набора вы также сможете узнать на нашем сайте или на форуме. Большое спасибо за внимание, будем рады увидеть или услышать ваши отзывы в комментариях к нашему видео или у нас на форуме.